Плыву к дому Одиссея на крохотной лодке. Лучше мне не гневать Посейдона. Тот самый саван. Элпинор не обманул. Столько лет на Кефалинии, а я и не знала, что дворец Одиссея находится здесь. А? Что-то странное происходит. Саван Пенелопы! Воплоти! То есть в ткани. Кассандра, дело сделано? Конечно. Отлично. Теперь саван твой. Он тебе не нужен? Но тогда зачем? Я обрел нечто более ценное. За твои труды, Мистия. Мне начинает казаться, что это была проверка. Возможно. Ты молодец, Мистия. Что скажешь, если я предложу убить полководца в Мегариде? Справишься и получишь вдвое больше. А, что скажешь? Тебе придется уплыть с Кефалинии так далеко, что можешь не вернуться. Я не убийца. Все бывает в первый раз. Что скажешь? Я берусь. Отлично. Тебе нужен корабль. Он у тебя есть? Если бы был, мы бы сейчас не разговаривали. Как жаль. Боюсь, даже ты не доберешься туда без корабля. Найду. Прекрасно. Надеюсь, крепкий. Это почему? Грядет война, и волк не на той стороне. Ты не разочаруешься. Как сделаешь все в Мегариде, встретимся в Факиде, в лагере паломников.